Сейчас мы находимся на поселке Октябрьский. Это улица, как у вас называется? Луговая. Луговая. Здесь проживают две женщины. Невестка этой женщины, ей 88 лет, она лежит уже... 88. 88. Она сколько лет уже лежит парализована? Седьмой. Она заболела 26 февраля 2011 года. И вот уже 7 лет она прикована к постели, и вам сколько, 70? Мне 79 на Новый год будет. Да, вот эти две женщины живут на поселке Октябрьский, которые неоднократно в их дом прилетала. У них даже было вывалено окно, у них прятаться им негде, потому что подвал завалился. И вот замечательная женщина, Алена Балошко из Италии, она знает, как трудно выживать старикам, бедным людям здесь. И решила помочь вам через меня. Вот благодаря ей мы купили вам продуктовый набор, где все есть. Спасибо. Она парализованная. Вот и рука у нее парализованная. Вот. Не надо, мне это не важно. Я уже привыкла, она уже знает. Вот. Это скрученная постоянно. Не надо. Бедная женщина. И они здесь живут на свои две скромные пенсии и пытаются выжить. Украинскую я не получаю, я выехать не могла оформить, тем более ей и свою не могу. Потому что я не могу ее бросить, она падает. Я ухожу, стелю теплое одеяло и стараюсь там быстренько скупиться ей домой. Сильно стреляют? А? Сильно стреляют у вас? Да почти каждый день. Но мы уже привыкли, наверное. Слава Богу, хоть не летит на голову. Сейчас, а раньше летела? Да, вот тут, когда как-то что-то, я не знаю, что на как раз осколок, а я как раз вот здесь стояла. Как он вот так вот отошел в эту сторону, да как бы у меня попало. Ну я вижу, что ваша улица полностью вся разбита. А? Ваша улица полностью вся разбита. Да, это не только. Вот эти все. Я знаю, я вижу. За станционной полностью разбиты. Здесь нет ни единого дома, друзья, где бы не случилось горе. Здесь недалеко отсюда и гибли люди, и постоянно и раненые люди, и разбитые дома, и подворья. Здесь нет ни одного дома, в который не прилетел снаряд. Здесь все разбито. Нет, почему? Меня окружает 30 воронок. 30 ворон. Ну у вас же дом был попадание? Вот возле забора. Там дырка была большая. Так а что? Вот, два раза сюда бросили. Все полетело, все стекла полетело. Все. Ну вот эти две женщины здесь пытаются выжить. Вот благодаря вам, дорогие друзья, мы и помогаем им выжить. Да, спасибо вам огромное. Спасибо вам.